Добрый день, сейчас я вам представлю джинсы мужские и талия. Цена за килограмм 695 рублей, в упаковке 26 килограмм 66 грамм. Стоимость всей упаковки 18 528 рублей, количество единиц 44 штуки, стоимость одной единицы 421 рубль. А, первое это мужские джинсы размер L32. Дальше идут серые джинсы с потертостями. Размер L32. Такие джинсы полубрюки, их можно носить со стрелочками, размер у них тоже 32. А синие джинсы, вот эти вот нарост, но повыше, то есть они подлиннее предыдущих. Размер 33-34. Далее черные джинсы. Вот с таким вот дополнительным швом спереди. Ну, размер, скорее всего, тоже 32, они не больше и не меньше предыдущих. Синие джинсы, на этих указан размер 36-30. Так, дальше вот такие вот джинсы, похоже на рабочий вариант. Размер 42-46. Светло-серые джинсики мужские, тоже размер 56. Синие джинсы тоже такие достаточно плотные, завышенные талии, тоже такой, знаете, похоже на рабочий немножко вариант. Серии джинсы классика. Размер 56. Так, такие вот остались. Сначала вот эти вот джинсы, размер 46 указан. Такие джинсы на пуговках вместо молнии с потертостями, размер 31-36. Также здесь есть вот такие вот светлые брючки. Спортивно-уличный вариант, они немножко чем-то запачканы, похоже, что покрасились от джинс, должно легко отстираться, размер у них указан XL. Идут коричневые джинсы цвета молочный шоколад, размер 36. Джинсы в полоску, тоже они чем-то отдаленно напоминают брючки, размер у них указан 31. Синенькие джинсы, размер, сейчас посмотрим, 34. Вообще, что хорошо, здесь такие достаточно ходовые размеры, то есть нет прям совсем гигантских или всех маленьких. Так, вот такие брючки тоже спортивный вариантик, у них размер написан L. Дальше у нас идут вельветовые брюки, сейчас очень модно носить с пиджаками, с туфлями, без носов, даже с кедами. Ну и, скорее всего, они тоже 32 размера. Может быть, чуть-чуть поменьше. И такие синие джинсы, уже более молодежный вариант. Они идут с потертостями, с дырочками декоративными. Сейчас посмотрим, указан ли у них размер. Так. Нет, не вижу, но они тоже, скорее всего, 32 размера, потому что со всеми предыдущими они прям в аккурат лежат. Дальше у нас вот такие вот черно-темно-синие джинсы, размер 31 у них. Джинсы, они по фактуре похожи на вельвет, но это идет просто джинс такой немножко рифленый. Размер 35-32. И что еще, они все идут такого прям, ну, хорошего роста. То есть, кто сильно пониже, может их под себя укоротить. А вот кто средний рост, чуть повыше, им они должны быть как раз.
потому что мне попадались миксы либо вот на коротышек совсем, либо вот на очень-очень высоких людей, там за 1,90 м и выше. Здесь в этом плане все хорошо. Так, вот здесь указан L32. Тоже вот они по фактуре внешне, визуально похожи на вельвет, но это вот такой тоже немножко рифлено-пушистый джинс, размер L34. Светло-синие джинсы с потертостями, 32-30. Еще одни джинсы засветленные, размер 34, L32. Так, джинсики с потертостями декоративными, размер указан 50. Такой молодежный микс из джинс. Так, размер 33. Так, вот эти вот плотные джинсы, у них идет тяжелый верх за счет того, что вот есть нашитые дополнительные карманы, молнии, большие клепки. Размер у них 32L32. Вот, у них, правда, верх такой достаточно тяжелый, сзади тоже есть дополнительные нашитые сверху карманы, застежки, молнии. Так, дальше у нас, ну, вот тоже рифленые такие джинсики, светлые. Их тоже можно носить с каким-нибудь темным пиджаком, размер 52-38. Светлые, почти белые, с голубоватым оттенком, размер 34 написан. Джинсы я уже как-то видела, они идут на пуговках. Размер 32-32. И сзади есть такая вот застежечка по поясу. Так, ну вот это вот вельветовые брючки у нас. Размер 28. И они вот как раз не на высокий рост. То есть видно, что они у меня вот здесь вот по сравнению с предыдущими еле помещается на стол, ну вот может быть до 70-го размера, ой, до 170-го роста. Вот тоже джинсы побольше. Посмотрим, есть ли у них размер. Размер указан 29, ну вот так вот визуально может быть 56-й. Так, дальше у нас идут вот такие джинсы. Тоже с потертостями сделаны. Размер 36L34. Черные джинсики с потертостями, с небольшими. Размер 32. Спортивные брючки, которые легким движением руки превращаются в шорты и в бриджи. У них две молнии на каждой штанине. Размер не вижу, но они маленькие, может быть 42 размера. Так, ну вот эти джинсы на высокий рост идут, у них размер указан или не указан. Не вижу, может быть 34 размера. Так, дальше у нас вот такие брючки. Размер 27U. А, голубые такие тоже джинсы классика по форме. Написан размер 38. Бежевые брючки из плотной ткани. Размер указан 36x36. Черные джинсы, к ним поприлипала всякая ерунда в виде пушинок, ниток. Вот, но это все легко убирается липучкой за пару минут. Размер, скорее всего, 32. Вот такие
джинсы, но вот это, кстати, вот похоже на женские, если честно, немножко, потому что у них идут большие клепочки, сзади идет вот такое вот украшение. Размер указан 33-42. А, брючки раскрасом хаки подойдут к охотникам, рыбакам, размер М написан. Светло-серые джинсы. Размер. Не вижу, где указан размер, но вот так вот визуально, ну, наверное, 44. И последнее, это бежевые брючки. Они идут с этикеточкой, с маленькой. Ткань достаточно тоненькая. Размер не вижу, ну, скорее всего, тоже 44, может быть, 46. Сейчас вам были продемонстрированы джинсы мужские, талия, цена за килограмм 695 рублей, в упаковке 26 килограмм 66 грамм, стоимость всей упаковки 18 528 рублей, количество единиц 44 штуки, стоимость за одну единицу 421 рубль. Спасибо за внимание, до свидания.